Приветствуем вас, дорогие зрители! Сегодня мы приготовили для вас совершенно эксклюзивные кадры. Мы увидим вместе с вами, как зарождается жизнь нового ювелирного украшения и проследим за ним от момента эскиза до отправки в руки счастливой обладательницы. Мы уверены, наверняка многим из вас интересно узнать, как создаются ваши любимые ювелирные шедевры, и поэтому приготовили для вас обзорную экскурсию по любимому заводу всей страны – Приволжскому ювелирному заводу «Красная Пресня». И вот начинается новый этап. Сейчас мы с вами в цеху по подготовке к литью. Здесь каждая восковая заготовка достается из резиновой формы и собираются те самые елочки из воска. Дальше мы с вами посмотрим, как это происходит. Воск хранится в виде вот таких голубых гранул. Собирается елочка полностью вручную. Вот так выглядит этот процесс, согласитесь, очень необычно. И вот таким получается результат этого удивительного и очень кропотливого труда. Также на этом этапе происходит подготовка отверстий, где это необходимо, и крепятся небольшие вставки.